Существует, в принципе, два понятия. Это даже три. Ну, задернение это раз. Понятно? Вот, полная перекопка, черный пар 2. И третий, потом покажу. И третий это промежуточное нечто. Например, я узнал, что американцы пропахивают. Наверное, правильно делают, иначе сад может сгореть. Трава, она горючая. А междурядья пропахивают, остаются вот такие полосы задерненной травы вдоль. Вот, это назовем такой средний, щадящий вариант. Вот, но дело в том, что они же с тракторами, а мы с тяпкой, с лопатой. Кто не знает, пусть сходит в любой дачный массив и увидит. Редко-редко у кого там крот какой-нибудь завелся, который тарахтит. Вот, но главное, что зачем все это надо? Надо якобы для тем, что здесь зимуют вредные насекомые, и мы их должны уничтожить вместе с дерном. Вот, так вот, ставлю вас в известность, что вместе с дерном мы уничтожаем всю подземную систему ходов. Вот там есть слесари-сантехники, называются они, кто не в курсе, а наука не в курсе. Почему я так громко говорю «наука»? Потому что кто только не учит это. Самое мягкое слово не перекопка, а рыхление. Ну, подразумевается, что перекопал, а потом рыхлишь, рыхлишь, рыхлишь. Вот кто не знает, это вот так. Сейчас покажу. О, вот это. Вы представляете? Человек берет участок, огородился. И вот с этого начинает. Тяжелейшая работа. Но главное что? Будут идти годы. Они будут стареть, у них будут радикулиты. Потом они перейдут на лекарства, работать на аптеку. Зачем? Вот здесь у него под ногами, возможно, столетний дерн, может, тысячелетний, может, миллионолетний. Вот. И он сейчас его уничтожает. Придумали массу причин. Якобы надо уничтожить насекомых. Якобы надо насытить вот таким путем, вот, вы знаете, много дури, но есть супердури. Их несколько таких прям супердури. Помните эти же искусственные штампы? Супердурь. И то, что насыщается почва кислородом, вот где у нее ноги, она не насыщается. Нет. Там она не может дерево жить. Вот, надо все это. Вот. Попутно корни покалечить, уничтожить грибы, уничтожить это все, 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 все живо, все. С которыми дерево в связи. Вот, представляете? Вот, сейчас я вам покажу. Ну, вот по такой системе. Вот. Три покоса, все. В течение лета. И пусть остальное время выглядит запущенным. Помните, это самое, я жаловался вам, говорю. Приехали, купили саженцы, уехали. И давай, были у Железовых. А это, оказывается, никакой не сад, это запущенная дача. Вот так вот. Они же хотели увидеть что? Газончики, полинеечки. Представляете, деревья полинеечки, все красота. Я видел такие, только почему-то деревья больные все были. Вот. Вот это вот то самое. Немножко неправильно растаял. Начиналось вот с такой вот ямы. Вот с такой вот ямы. Вот видите? А вот эта яма была зарыта годом или двумя раньше. То есть она была заполнена. Вот. Кстати, вот эта та самая груша, это еще маленький урожай. Тут были такие урожаи, что ступить было негде. Ой, сколько груш погнило, до каких мировых по вкусу. Вот она, нарядная фима. Вот это вот та самая ямка. А потом, обратите внимание, я, знаете, почему фотографию сделал? Допустим, все было скошено. Да, все. Она была зарыта то ли осенью, то ли весной, но была полная, она уже корни от нее не мерзли, нет, у этих деревьев соседних. Она была полная, вот. Наверное, осенью засыпал, мог весной засыпать, но, короче, поднялась больше всего трава где? А потому что это все, что там, загибаю пальцы. Картофельная шелуха, банки, которые прекрасно ржавеют, ну, знаете, какие консервные банки, да? Вот, ветки, опилки,
Вот. Просто помойное ведро. Есть такое понятие помойное ведро. Знаете, что там? Там все. Вот. Все это сюда, сюда, бумага, все сюда, сюда. За год заполняется. Примерно так, метр на метр на метр, чуть больше. Вот. Дача же, круглогодично тут один человек только живет. Заполняется. Вот что получается. Пожалуйста, это есть. Я бы первый же указ нового президента. Нет, первый указ был бы приравнять убийство дерева к убийству человека. Роль деревьев до сих пор не то, что даже не знают. Даже не знают, что деревья это насос по перекачке. Что почва бывает насыщена, влага, не насыщена. Когда насыщена, и пришел ураган, а вместе с ней ливни. Поплыли дома, поплыли люди, трупы поплыли. А деревья делают почву ненасыщенной. И когда пролил дождь, он пролил и насытил почву. Только чуть-чуть уровень воды в реках поднялся. И все. Почва, губка, вот она, губка перед нами, друзья. Первый указ нового президента, меня не будет на свете, это точно, потому что такие вещи быстро не делаются. Инерция мышления страшная. Помните это самое там, одобрено этим департаментом. Вот одоль департамента воду. Вы знаете, в каком стране мы жили? 18 век. Вот. Школы появились. Вот скажите мне, на каким хрен они учили древнегреческий язык и латынь? Ни один человек ни разу в жизни на нем не разговаривал на всей Руси. Ну, ладно бы французский, я бы все понял, там, для богатых. А потом все это перетекает дальше. А потом Мичурин с этим боролся. Доборолся. Когда пришла перестройка, взяли и сказали, Мичурин виноват в том, что творится. Из одной фразы. Нашли крайнего. И давай из гроба вытащили, и давай пинать. Одной фразой, что это, не надо ждать милости природы, он угробил в России все. Все сельское хозяйство. Вот в такой стране живем. А второй указ, вот, все бытовые отходы хоронить в земле, в садах. Вот этот Андрей Туманов, да, отчество, ну, журналисты, журналисты, всегда без отчества, я сейчас не вспомню отчество, вот, всегда непривычно, вот. Председатель Союза садоводов России, тот такой же должность, как, помните, я говорил, тот самый генерал Раевский, тот был председателем императорского общества, а этот России, вот. Он же главный редактор этого самого известного этого, он же садовод, он это. Вот он рассказывал сегодня, по радио я слушал. Ну какой умница. У него на балконе пакеты, 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 коробки. Там все та же шелуха, там все буквально, вплоть до яичной скорлупы, все там. А потом все это возится на дачу, делается компост. И что вы думаете, тут же все кинулись так же делать? Указ нужен, приказ нам нужен. Закон нужен. И тогда эти свалки вонючие, которые, когда горят, которые уже сейчас не знают, что делать, опоздали. Миллионы людей дышат этой гадостью, пока делали вид, что никому не надо. А это 15 лет назад, я про это уже говорил. Вот это вот, друзья.